Всем привет, мои хорошие, с вами Кеймери, и сегодня мы с вами будем кушать Макдональдс, мои любимые Макнаггетсы, мои любимые луковые кольца, и здесь гамбургер, который никогда не пробовала, это гамбургер с наггетсом, но это не Макчикен, что-то другое. Попробуем и расскажу вам о своих впечатлениях. Два кисло-сладких соуса, и еще у нас здесь с вами, как всегда, Хайнц, и давайте приступим. Люблю кисло-сладкий соус, еще мне очень нравится барбекю. Барбекю — это тоже вообще прелесть. Почему-то именно кисло-сладкий в большом формате в супермаркетах я не видела. Может быть, я гуляю не там. Если вы знаете, где можно купить кисло-сладкий соус в большом формате, то пишите, пожалуйста. Я хочу вот как сырный соус купить его и кушать без ограничений, так скажем. Но здесь такая там акция была, получается, если ты покупаешь 9 наггетсов, то 2 соуса тебе в подарок. Луковые кольца у них просто обалденные. Я сделала платную доставку. Получается, что у нас рестораны не работают, и нужно через специальное приложение делать платную доставку. Если честно, если бы я не снимала мукбанки, я бы не стала это делать. Вообще, если говорить на чистоту, если бы я не снимала мукбанки, то я бы каждые 3 дня не заказывала бы суши. Я бы просто поела то, что готовит мама, например, дома. И все. По большей части это все делается из-за видео. И на это тоже уходят деньги. Вот я вам в среднем скажу, где-то в месяц у меня, наверное, 1020 уходит только вот для мукбанков еда. И больше всего денег уходит именно на суши. Это я вам посчитала минимум. Минимум 20 тысяч. Потому что в день снимается не одно видео. Когда вот мама что-то приготовит, это выходит намного дешевле. А когда каждый раз ты заказываешь, очень дорого получается. Например, на это все я потратила, ну, 500 рублей, если на рубли. Но я сегодня буду еще что-то снимать. У меня в день выходит по 2 мукбанка. Поэтому как-то так любое начинание, например, снимать видео, любой как бы бизнес или любое хобби требует денег прежде всего. Например, бьюти-блогеры, они столько косметики скупают, просто чтобы вам показать. Ну, конечно же, люди это любят еще, понятное дело, что после обзоров эта косметика им остается. И так далее. Но траты тоже, естественно, есть. Например, я заказала много чего с Али. Хотела сделать распаковку, потому что мне самой нравятся эти видео. Я люблю смотреть распаковки. Получается, что вот все, что я заказала, если все это сложить, то я столько денег с этого видео не вытащу просто. Но это видео помогает привлечь другую, например, аудиторию. Кто-то может тебя увидеть, человек, который вообще не знает, что такое мукбанки.
Поэтому как-то так. А есть вообще такие люди, которые снимают, например, влоги. Они специально что-то покупают во время влога, специально идут в какие-то рестораны, что-то показывают, да? Чтобы просто их день был более насыщенный, более интересный. И, конечно же, это тоже расходы. Поэтому многие, когда говорят, что блогинг – это ерунда, да? Может, у кого-то действительно это просто поставил камеру, обсудил кого-то, обосрал какого-то другого блогера, к примеру, да? У кого-то так. А кто-то старается, вкладывает деньги, естественно, в это все вкладывает. У меня недавно появилась такая мечта, когда мне будет лет 40-50. Правда, не стоит говорить о своих мечтах, потому что, когда я что-то говорю, у меня, к сожалению, это не получается. Но вообще, в перспективе я бы очень хотела снять какой-то интересный фильм. Ну, как бы как мультик, так можно сказать. И я даже подумаю над тем, что когда закончится вот эта вот вся тема с коронавирусом, не сейчас, через год где-то, найти какие-то курсы монтажа и отучиться на профессионального монтажера. Даже если этим не буду заниматься, мне просто интересно, как делаются мультики. В общем, эти все тонкости мне реально очень интересно, и то, что я делаю, я получаю кайф от этого. В мукбанках супермонтаж никому не нужен. Понятное дело, что все сидят взрослые люди, сейчас здесь появится огонь, например. Зачем оно надо? Ну зачем, чтобы оно здесь появилось? Фантастика и все такое, это больше детский контент, но просто мне реально интересно, как это все создается, как это все делается. Качественный монтаж. Например, я вижу, кто-то что-то смонтировал, и я понимаю, что я это не могу сделать в своей программе монтажа. И мне хочется научиться чему-то новому. В общем, как-то так. Всегда нужно расти, стараться развиваться. Даже если я до пенсии не буду видеоблогером, скорее всего, и не будет такого, я думаю. Я бы очень хотела стать видеомонтажером. Научиться профессионально монтировать какие-то клипы, какие-то фильмы. Всегда, когда я маме говорю об этом, мама говорит, а фильмы монтируют такие профессионалы, такие люди и так далее. Я говорю, а что мешает мне тоже стать, например, таким же человеком? Сейчас все доступно. Чему-то ты научишься на курсах, чему-то ты научишься из Ютуба. Абсолютно бесплатно, в открытом доступе, столько информации вообще. У меня когда какие-то неполадки, например, с компьютером, я сразу пишу, как, например, настроить звук на Windows 8, например. Как настроить драйвера. И все выходит. Это я еще тот плебей просто.
То есть я вообще человек, который, можно сказать, познакомился с компьютером. Так-то прям на «ты». Раньше только открывала программу Sims, и все. Я больше ничего не умела. Только вот зашли в Sims, начали строить дом, и все. Там я уже как рыба в воде. А вот что касается программного обеспечения, каких-то таких действительно нужных вещей, я ничего не умела. Когда я училась в универе, мы жили настолько бедно, потому что у брата были проблемы со здоровьем, за мой универ нужно было платить. Я поступила на платное отделение, и обучение на минутку стоило $3000. Это была очень большая сумма. Потом как раз доллар подскочил. В общем, сумма была огромная, и очень трудно было за это все платить. И у меня на протяжении 4 лет в универе никогда не было компьютера. И когда наши учителя нам говорили, что напечатайте, пожалуйста, на компьютере, принесите в напечатанной форме, мне всегда было стыдно сказать учителям, что у меня дома нету компьютера. Я просто писала от руки все эти рефераты, и у меня иногда их не принимали и говорили, что мы же сказали, напечатай, иди дома. Я говорила, что зачем мне делать копи-пест, если я могу написать от руки и заодно запомнить. Ну, действительно, это было очень полезно в том плане, что я писала весь этот реферат от руки. Я запоминала что-то. Потом на экзамене я вспоминала. Вот на эту тему я писала реферат. Все-таки зрительная память, она у меня вообще мощная. Экзамен сдавать было легко, потому что по каждому предмету ты, считай, законспектировала какую-то тему и написала на 2 листах в виде реферата. По каждому предмету ты писала 10 рефератов, и это помогало тебе потом на экзамене. Вкуснотища просто. Просто вкуснотища. Эту булочку еще даже не дотронулась. Больше всего в Макдональдсе я люблю наггетсы. Больше всего. Вот просто это любовь. Причем любовь с первого взгляда. Я не знаю, что они добавляют, но это обалденно. Это просто превосходно. Иногда у тебя бывает такое, что сначала ты что-то пробуешь, и ты думаешь, фу, какая гадость, как это можно есть. Но потом твой организм настолько привыкает к этому, как соевый соус. Я когда первый раз попробовала, думаю, фу, какая гадость вообще. Сейчас я макаю просто все в соевый соус. Все, что движется, все, что стоит. Напиток из холодильника я стараюсь не пить, как бы, холодные напитки, потому что у меня уже немножко побаливает горло. Давайте приступим не мак-чикен, но что-то подобие этого, потому что здесь большой мак-наггетс и получается такая небольшая булка.
Как всегда, свежая булка, как всегда, свежая котлетка. Доставили быстро, без проблем. Но проблема в том, что дорого. Ты платишь столько же, сколько бы ты заплатил за такси оттуда сюда. Я думала, будет как-то подешевле, потому что все-таки в Макдональдсе рестораны не открыты, правильно? Получается, они на нулях сидят, и им выгодно делать, например, скидку, например, оплачивать доставку самим, лишь бы продавать свои продукты. Все-таки макчикен, он вкуснее. Там есть салат этот айсберг, там соус какой-то другой. Правда, котлета одна и та же. Но как-то макчикен мне зашел больше. В общем, на этом все. Я реально наелась, было очень вкусно. И почему-то каждый раз, когда я кушаю что-то из Макдональдса, прям целый день мне уже ничего не хочется. Не знаю, почему так. Может быть, потому что это нездоровая еда и все дела, не знаю. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, если вам не сложно. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня!